У Могилеву вертаются матчи высшей лиги. Аматоры футболу знову бачать поединки с Минским «Динамо», Борисовским «Баты» и другими мощнейшими клубами Беларуси. Футболисты Днепра завоевали путевку у элитный дивизион чемпионата краины. Отбылося это дотерминово за 4 туры до закончения первенства у первой лиги. Судья дает финальный свисток, над стадионом гучит УЕФА Чемпион, а игроки идут с веншаваннями до болельщиков. Вось и все урочистости. Этот клуб очень серьезный, он с серьезными традициями. И выход его в высшую лигу – это не как какая-то сенсация. Это должно быть так, это обязан такое существовать. То есть такое действие, которое… Ну, мы выполнили задачу, которую обязаны были выполнить. Здесь нет ничего сенсационного. После 2 года нахождения у первой лиги могилевчане вертаются у элиту. Хочу поздравить всех болельщиков. Это как бы их тоже заслуга. Для меня лично, наверное, один из лучших сезонов в Беларуси и вообще. А так я считаю, что вся команда ровно отыграла и достойно, как бы. Все игроки достойны, как бы, не чемпионства, но выхода в высшую лигу и продолжение дальше, я думаю, бороться уже за другие, более высокие места. Днепровцы еще повинны завершить сёлетний чемпионат. Засталося 4 матча. Ближайший в эту середу на Могилевском стадионе «Спартак» супроть команды «Орша». Початок гульни о полове 5 вечера. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, «Новин регион».